Russia attacks not only physically. It has been waging an information war against the world and peace for a long time. Мне кажется, что Польша обязательно вступит в войну или в конфликт, военный конфликт. Я бы здесь аргументировал это двумя позициями. Первое, независимо, я специально не сказал, что конфликт на стороне Украины. Она будет воевать на стороне Польши, потому что интересы Польши на сегодняшний день обозначены очень четко. И смотрите действия. Когда сегодня МИД Польши говорит о том, что а давайте мы вышлем несколько десятков дипломатических работников 45. Российской Федерации. 45. Это что? Это уже шаг к войне или шаг к конфликту. И второе, почему я не согласен, потому что если находиться в ситуации внутри Украины, у нас настолько сблизились риторика, отношения между руководителями, отношения между армиями польской и украинской, что иногда в Украине уже не совсем понятно, а где украинские войска, а где польские войска. Фактически, польские войска уже втянуты в этот конфликт. Не хватает чему мы как бы привыкли по старинке, что кто-то кому-то должен объявлять войну, или кто-то кому-то не должен объявлять войну. Польша вступит, она уже де-факто вступила, просто теперь нужно для того, чтобы и европейцы это поддержали, прибалтийские страны, Дания в том или ином варианте, Словения в том или ином варианте, но она обязательно вступит в конфликт. Turn off Russian propaganda. Say no to fakes and war.